Как звать, величать? Раис. Раис? Да. Прекрасное имя. Меня зовут Женя. У нас передача называется «Вопросы за бабоса». Я задаю 5 вопросов, отвечая на них правильно, Раис, ты получаешь 1000 рублей. Откуда такое шикарное имя, расскажи. Мне моего дядьки назвали Раис, потому что брат моей, матери, брат, в честь Раиса, он когда помер, в честь него назвали Раис. А, так дядьку звали? Да, да. А по батюшке тебя как? Раис Гарифуллин. Да? Занимаешься чем на досуге? Ну, пока ничем не занимаюсь, вот, просто работаю в этом, столовую работаю грузчиком, да? На Васильевской острове работаю. Что, почем там по бабосикам? По бабосикам, ну, примерно 30 выходит. 30-ка в месяц? Ну, примерно так. Сколько кайлом-то махать надо? Каждый день? Не каждый день, 2 через 2. А-а-а. Ну, давай начинать что? Да? Да. Кто лохматил Русь в течение примерно 300 лет? Давай сюда. Поближе сюда, можно сюда? А если что, неправильный вопрос задам, что, проиграл? Да нет, что. Блин, лохматил. Ну, 300 лет набеги делали они, паразиты. Блин, я не знаю даже. Примерно в 1230 году это началось, и 300 лет, представляешь? Дань им платили, наших девок им поюзать это давали. Не в Руси, а... Руси, Русь. Руси. Киевская Русь еще. Русичи, Ряхичи, Мудичи, Мудославовичи, Тарасовичи, Бульбобовичи. Вот, на конях-то. А, типа европейцы, типа... Нам нужно поближе встать, да? Давай поближе встать, как-то все это у меня... Ну, типа эти, как... Монголы. Монголы. Татарская. Татарские, да, татарские. Иги. Иги. Да, иги. 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 Да, все, да, да, все. Ну что ж, поскакали, потрещали. Да. Там у нас точно плей нажат? Ну-ка. Нет? Фу, слава богу. Лешенька, напугал ты меня. Как называются краски, разводимые на воде? Краски на воде? Да. На воде, чтобы разводить? Разводить. Блин, это сложный вопрос. Да это вообще легкий вопрос. Это вот у меня дочка есть, мы покупаем вот эту вот краску, и там даже написано на упаковке, это вот... Краска Ариэль, вот это вот. Не Ариэль, а по-другому да, он да, называется. Да, 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 да. Как по... Смешно. Смешишь его. По-английски, как вода, не знаешь? Вода, я не... Блин. Есть это... Продается святой источник, а другая вода, знаю, что подороже, вот эта иностранная. Боль. Она аква, понимаешь? Акт, да. Акт. Вот, акт. А Ёшкин так вот, эти краски так и называются. Аква... Аквармель. Акварель. Рель, да, акварель. Акварель, да. Все верно, видишь, ты... Так, мы постоянно с тобой ходим туда-сюда. Вот, вот так вот, да, Леш? Что бы я делал без Лехи? Третий вопрос. Ой, ёп-макарёк. Так, давай какой-нибудь другой вопрос. А сколько тебе годиков-то? 35. О, это и был третий вопрос. Итак, четвертый вопрос. Какая-нибудь история веселая из твоей жизни? Это творческий конкурс у нас. Новая рубрика. Хочешь, песню споем какую-нибудь? Так песни не знаю спеть. Я вот просто, когда с девушкой познакомился, вот, была такая история, что вот, не доходя до автобуса, я, короче, упал оттуда. Как раз, ну я трезвый был. Только зашел, блин, и цветами. У меня цветы зажали, блин. Цветочки беру я. Цветы. Розы, красную розу, целый букет беру девушке. И хотел подарить ей. Она в автобусе осталась. Это было смешно вообще. Она не поверила. Она сама уехала так.
А у меня розы остались внутри автобуса. Вот это смешно было. Это клевая история. Это когда, сейчас скажу, неделю только познакомился, и вот, это было смешно. Ну что ж, спасибо тебе за эту прекрасную историю. Пятый вопрос. Пьешь? Ну, выпивай так. Да? А чё? Изредка. Ну, хучо. А? Выпивай. Хучо. И пиво, все подряд. А что кучо? Хучо выпивай. А что такое хучо? Нет, хучо выпивай. Хучо? А, хучо. Да, 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 да. А зачем? Просто выпивай. Изредка выпивай. Так, почти что не пью. Да? Ну, сейчас выпьемши. Ну, сейчас. Маленько, да? Да, да, да. У меня просто батя, он на днях помер. Я даже и поехать не могу, блин. А куда ехать надо? Оренбургская область. А, ты оттуда? Да. Ну, понятно. Ты победил, я думаю. Что тут тебя мучить с этими игами, акварелями, да? Сейчас вот ты щенку дашь, дам тебе. На что потратишь, скажи мне? Я думаю... На, держи. Чтоб до полдороги доехать. Да? Да? А сколько надо денег, чтобы дорогу туда доехать? Ну, туда столько денег не будет. 7 тысяч нужно. 7 тысяч, да? Ну, ты же работаешь, да. Что, заколбасишь? Заколбасишь. Ну, ладно, что, давай, удачи тебе тогда. Ладно. Много-то не бухай, ты парень-то молодой такой еще, симпатичный. Все, давай, респект тебе, лазуха. Давай вот это, бахнемся вот так кулачком. Здравствуйте. Прикосновение. Меня зовут Жека. Меня Александр. Не холодно тут вот это вот? Да? Не, нормально же. Что-то уже эта рука начинает замерзать. Александр, вы тут стоите и подглядываете, да? Ну, я вообще как бы... Ну, я вас увидел просто и хотел это послушать, да, о чем вообще что речь. Что происходит? В мире или где? Или в городе? Что тут у нас происходит? А, ну, я так понимаю, Инстаграм, да? Ну, все, вы сказали объяснить, я не знаю, возможно... Сейчас! Алексей? Александр. Что-то в голове. Непонятно, что у меня в голове. Александр, я задаю 5 вопросов. Хорошо. Отвечаем правильно, получаем 1000 рублей. Это такое шоу, которое крутит по всей этой планете и называется оно «Вопросы за бабос». Хорошо, понял, согласен. Угу. Победа в шахматной партии. Раунд. Этот конечный этап, который ты делаешь. Мах. Мах? Мах, мах, мах. Мох. Мат. Хорошо. Как звали собаку Мальвины? Ой. Артемон. Вот так вот. Ну, типа красава. Третий вопрос. Датский писатель-сказочник. Шарль Перо. Датский. Другой написан. Не знаю, Перо откуда, из какого села. Но другой датский. Пассажир. Андерсон. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и я тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Под окном. Соло. Спеть. А белый лебедь на пруду что-то качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Пятый вопрос. Название города, в котором находится падающая башня. Пизанская башня, Пиза. Да, в принципе, это привет передаю всем, кто меня знает. Всем. Вот. Всем добра. Прошу вас, это ваши каньоны. От души. Душе. Ой, извините. Все нормально. Так тоже звучит. Душевно в душу. Да. Правда. Пока. Все. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что спонсор этой передачи — это ведущий свадеб и не только свадеб. Это я. Вот посмотрите, какой. В любую страну, в любой город зовите меня, я приеду и все вам проведу. Аллилуйя. Лайк. Вонючий лайк этот. Вмажьте хорошенько. И что-то еще хотел вмазать. Что же хотел вмазать? Макунга.